Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с представителями интеллигенции и ветеранами региона. Встреча прошла в центре руханията и историковедения имени Шерхана Муртазы. Глава региона поздравил собравшихся с наступающим Новым годом. Такие встречи стали традиционными. Состоялся свободный разговор, были озвучены достигнутые успехи и проделанная работа в регионе в течение года. Также в области было открыто немало объектов. Социально-экономические показатели также весьма значительны. Область занимает лидирующие позиции по стране. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, в том числе и в социально-экономическое развитие. Но тем не менее, рост у нас в регионе составил 5%. Это отрадно. Также хочется отметить, что ряд отраслей в регионе стремительно развиваются, и это хорошо. Представители старшего поколения положительно оценили проделанную работу, а также высказали несколько предложений. Уроженец Жамбылской области Несибек Даутаев, писатель, публицист, был главным редактором популярного литературного журнала «Жамбыл». Пришел к нам 20 лет назад, когда журнал хотели закрыть. Пройдя все трудности, мы смогли встать на ноги. Также нам помог тогда возглавлявший нашу область Аким Серик Кумбетов. Боюсь, что сейчас эта ситуация может повториться. Бердибек Сапарбаев ответил на поднятые вопросы и отметил, что проблема не останется без внимания. Ноша легка, если поднять ее сообща. Совместная работа плодотворна. Аким области выразил признательность гражданам, внесшим вклад в развитие и позитивные изменения в регионе. В честь 30-летия независимости страны ряд ветеранов получили награды. Огромное вам спасибо. Мы всегда говорим, что объединившись с народом, будет результат. У нас есть планы на следующий год. Мы подводим итоги проделанного за этот год. Рост экономического развития составляет 5%. Показатели по социально-экономическому развитию хорошие. Подводя итоги совещания, глава региона отметил, что все предложения не останутся без внимания. Если власть и общество будут работать вместе, то они принесут ощутимый результат. Особо отметил необходимость эффективного использования потенциала ветеранов и представителей интеллигенции. Ильдар Гизатуллин, Азат Байтимир, Жамбыл Ньюс.